Okay. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 42-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет подсказок. Сейчас вы видите на экранах у себя обычный текстовый фрейм. Я навожу на него мышь, и у нас выскакивает некая подсказка, где мы можем менять расположение подсказки, цвет подсказки, текст любой в подсказке и шрифт для данной подсказки также можно выбрать из представленных. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, давайте рассмотрим виджет. Здесь у нас аналогичная ситуация. Вы создаете кнопочку, заходим в настройки виджета. Здесь также нужно прописать стили графики, верхний параметр Object ID. То, что здесь написано, вы можете копировать. Дальше вы выделяете свою кнопочку, идем в стили графики и, как обычно, создаем новый стиль для нее. И окей. Все, мы задействовали кнопочку. И дальше нам остается лишь настроить всплывающую подсказку. То есть второе вот это поле, здесь вы пишете текст, который будет находиться в всплывающей подсказке. Третья опция – это где показывается топ наверху, будет он внизу относительно нашей кнопки, left – ну слева и right – справа. Ну, пускай будет наверху. И следующая опция – background – это заливка нашей кнопки. То есть давайте сейчас по умолчанию мы посмотрим, как выглядит сейчас. Вот вы видите, при наведении относительно кнопки у нас подсказка всплывает наверху. Она черная и цвет на ней белый. Вот как раз таки background цвет меняете на свой. Заливка, да? Текст color – это текст, который находится на подсказке. Соответственно, если фон, background у вас светлый, то цвет текста должен быть потемней. Shadow – это тень. В принципе, черный оставляю. Это тень нашей всплывающей подсказки, да? Size – размер нашей всплывающей подсказки. Максимум 20. Можно сделать. И fonts – это шрифт для текста на всплывающей подсказке. Выбирайте какой-то свой. Вот и все настройки данного виджета. Давайте посмотрим, что у нас получается. И у нас с вами все получается. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся с вами в следующем.